Эти палатки не готовы к зиме. Они не выдерживают сильные дожди. Здесь сыро, очень холодно детям и взрослым. Но пока в палаточном городке в Хан-Юнисе чуть безопаснее, чем в остальной Газе, где у большинства палестинцев дома стали руинами после израильской бомбардировки. Здесь нет чистой воды, нет практически ничего. У меня заканчиваются лекарства. На что я их куплю? У меня не осталось больше денег. Знакомые, у кого я постоянно беру в долг, теперь сами нуждаются. Хеба – одна из перемещенных жителей сектора Газа. Здесь, на юге палестинского анклава, их более миллиона. Все они в результате израильских авиаударов остались без крова и вынуждены были покинуть родные места. Холод, дожди, ежедневные бомбардировки Газы и острый дефицит всего. Со всем этим столкнулись они сегодня. На глазах миллионов в Газе с каждым днем разворачивается гуманитарная катастрофа.